Всем привет! Сегодня мы установили ванну, металлическую ванну Caldeway. Это немецкая ванна. Хотел бы немножко рассказать о установке. Ну, первым делом то, что ножки, о том, что вот пишут хлипкие ножки. В принципе, для кого-то, если кажется, что это немножко идет люфт, ну, в принципе, это на всех ножках такая же фигня. И вот эти вот пластиковые штучки, вот, они снимаются. Высота самой ванны максимум 56 сантиметров. Мы же ее подняли на 59, то есть подложили по две плитки, в основном, ну, где-то три, то ножку больше закрутили, чтобы более устойчиво ванна стояла на самом месте. Саму ванну мы утеплили самоклеящимся таким поролоном толщиной 5 мм. Это идет как шумоизоляция, теплоизоляция. Очень хорошо помогает, особенно если те, кто хочет чугунную ванну. Звук чугунной ванны. То есть до этого она вообще звенела. Толщина этой ванны 3,5 мм, на порядок выше, чем все остальные. Вот здесь у нас чуть-чуть не хватило расстояния, мы здесь доложим плиточкой. Вот по периметру, по трем сторонам мы вот такой вот профиль. Вот D27 двойной, то есть сделали такую коробочку и просиликонили, чтобы не было треска. Вот точно так же и здесь идет по периметру вся. Вот. По центру, видите, вот такая вот щель. То есть это, в принципе, нормально. Это форма ванны. Точно так же и здесь. По краям идет эти вот 1,5 миллиметра, вот зазор, а в середине достигает 2,5. Точно так же и здесь где-то достигает в середине около 4 миллиметров. В принципе, это ничего страшного, самое главное, что у нас все равно лежит лица. Вот. Ножки здесь регулируются достаточно легко. В принципе, сейчас после этого мы сейчас еще зацементируем ножки, потому что у резьбы есть такое свойство раскручиваться, расшатывание такое будет происходить, когда пользуемся ванной. Поэтому мы их зацементируем, хотя вот здесь вот даже предусмотрена гайка, чтобы она, ну, все равно эти расшатывания происходят, и со временем она может расшататься. Ну а так, в принципе, вот если трогаешь сильно, вот она уже жестко на своем месте. Вот впереди будет у нас еще из кирпича экран, поэтому мы это все закроем, и будет дополнительно жесткость с четвертой стороны. Ну, на этом все. Всем спасибо и всем пока.